Я, честно говоря, сам уже подучился тренировать. Ну, у меня есть такая мысля. Ну, вот. Вопрос, как это реализовать? Сколько баллонов нужно будет? Да, это понятно. А вы, кстати, хотите чудеса посмотреть? Что это? Вот это не выйти же лечь. По стенам. Толстый опыт.
я сразу сказал, что вот это вот, это... А, чем играет Королев Мария? На Нарея. Она красивая. Как он называется? Да, да. За спит? Это уже очень давно было. Вот. Она не любит сколько? Вот. Один в один. Просто вот. Вот. Кто играет на Нарея? Такой же. Последний Йонакс, который я держал, был сломан. Ну, вот это. А, я, кстати, не знаю, я показывал или нет. Нет, не смогу. Потом. Про смайлик ты. У меня же много лет назад была уже ракетка со смайликом. Как раз. Ну, ладно. Нет, по сравнению с вашей легкой, да, конечно. Хотя вот у меня вот когда... не распродается, то есть. Когда у меня знакомый вот этот вот взял, он говорит, вообще почти не вроде как баланс Конечно, да. Идеально, да. Но он кажется. Этой обмотке уже столько лет, что у нее клей кончился. Не, ну внизу частенько делают.
глазами ставится проще. У вас же здесь рука ближе, да? То есть, о, и поставили ближе. А здесь-то мы хотим. Плохо, что нет возможности с ребенком.
сейчас Thank you.
Я знал, что такое бывает. Играть, ну, не хочешь ты играть, ну, не хочешь. Зачем?
надо как-то что-то придумать. Ну, скромно своим делать. Как скромно? Как автор свой автограф. Автор автограф, да. Thank you.
подача, очко, подача, очко. Все, мы их надо залетел. Thank you.
Все-таки будете? Давай. Чего вам? Нет, нет, да, будет все нормально. О. Давайте, давайте. Ага. Я здесь все равно в любом случае. Давайте, ага. Ясно, да? Yeah.
Как вы? Здрасте, здрасте. С праздничками вас. Сделал прайс, ты чё мне не вышел? А чё не вышел? Не захотел, иди. Ладно, давай.
Сори. Thank you.
Бастиал. А Бастиал? Thank you.
Thank you.
стыд и срам. Снимешь видео, Костя? Обязательно.